Всем доброго здоровья, цыплята, кто сейчас кушает. С вами Юлия Мишка. Всем привет. Этот апсель у нас сегодня будет шутан под названием Сириус Сэм. Да, серьезная Артемида, короче, да. У нас будет. В общем, шмаляем, проходим уровни сами их, делаем так же. У нас, в общем, как гаргули, всякие чудовища здесь творится, лично непонятно. Сейчас все нормально будет, сейчас стабилизируюсь. Миша сам создал вот этот уровень, Юль потом попробует свой создать. Да. И мы будем по очереди проходить, чтобы было честно. Куча народу, гиганты, камни, в общем, нет. Все валится со всех щелей здесь, Артемида, короче. Артемида хоть мощная и стреляет без перезарядки, но даже для нее этот уровень довольно сложный. Жесть. Что прикольно, когда ее забафаете, она и умирает даже черлидерши. Я могу все равно шмалять. Ты почти умер, кстати. Да. Еще один гигант. Так что аккуратно. Быстренько развалим. Если он на тебя упадет, то это будет жесть. Я еле прошел, и у нас в конце уровня есть еще сердце. Да, мозг данного мужик, уровня. Блин, он тут встал, я теперь не пройду. Может быть, с этой вот стороны. Здесь вот он мозг. Противник. Последний остался. Он такой, нет, я даже ответить не могу. Никак. А он просто здесь стоит, чтобы... Ну, слушайте, Миша смог. Смотрите, пройти. Просто показано, здесь у нас на вышках находится, вначале был небольшой трешачок, я уж еще разочек запущу, спасибо, что сказали, что можно издалека. Здесь мне нравится, как гаргули воплощены, и вот эти чувачки здесь вначале просто реально... Да, это трешанина, главное не подпускать к себе валькирии и минотавров, иначе вам кают. Конечно, нужно... не знаю, как я буду с этим. Сейчас я, Юль, тебе там попробовать. Сейчас жизнь. Еще разочек про... Так, все, отвали. Да я теперь без них могу справиться. Дерзкий, какой самоуверенный человек. Все, идет трэш. Все, сейчас развалю всех. Нужно... Да, это сюда просто... Его дерево докатилось. Упал, да. Просто, ребят, но, гора трупов. Слушай, явно победа, Юль. Попробуй теперь ты. Потом создашь уровень. Мы еще будем перемещаться, например, в династию или еще куда-нибудь. Все, Юль, давай. Так. Поехала. Левая, правая кнопка. Стреляй. Прицеливайся прям в них. Да, лучше, так. Может, отойди, чтобы тебе легче было. Юля решила спамить сразу же издалека. О! Так. Вали. Все, готов. Вали. Еще один пришел справа. Да, блин, ты сдох. Отбилась? Нет, Жесть, еще один. Валькирия, капец, мне что-то такое создал. В общем, Юля меня просила не смотреть на ее уровень. Да, мы пока в этой местности. Да, я думаю, мне хватит. Все, я готов посмотреть. Ну, давай. О, ну, Юля молодец, сбалансирует. О, здравствуйте. Да, это небольшой сюрприз. Прикольно, кстати. Вот эти, кстати, клевые чувачки. Отмечу. Аккуратно, Миш, ты по сторонам-то поглядывай. Да? Ага, иди отсюда, мужик. Они что, решили все в одну сторону пойти? В одной дыре. Опа! Слушайте, это даже как-то проще, чем твой уровень. Ну, хотя я погоди, думала, смотри что... еще. Миш, смотри, кто тут ползает. Ой, блин! Да. Я что-то расслабился на самом деле. Я постаралась практически, ну, как сказать, по цене. Ой. По цене таких же сделать, как у Мишки было. Прям передо мной упал. Ай, в жопу штык пошел. На колышек еще и змея. Блин, слушай, у тебя очень насыщенный уровень. Иди, да? Отсюда, кто тут, что тут? Валькирий я поставил как можно дальше, чтобы у Мишки, ну, возможность была с ним сразиться. Так же мозг остался? Или еще какой-то сюрприз? Нет, сюрприз. Так, сюрприз. Ладно. Я могу тебе сказать, поле... где этот сюрприз боя находится. Он находится как бы... Я ускорюсь. Вот с левой стороны. Слушай, а у тебя знаешь, что хорошо получается? Создавать уровни, я а знаю. Мне проходить. Так что давай я сейчас... Так, я правильно иду? Так, да. И вот заворачивай примерно. Ага, хорошо. И вот еще дальше. Вот можешь на лестницу зайти, вот если здесь, вот так, да? Подсказывают. Меня не убьете? Не знаю. Кто кого режет? Так. Ай, да кто у меня режет? Ах ты падла. Слушай, где? Здрасте. Миш, ну можешь вон за угол зайти. Да вот здесь еще есть лесенка. Пипец, мне прикинь был бы интереснее. Ну, она же по мне явно не попадет. Да. Блин, всё. Надо было, жалко, ее повернуть нельзя. Да, был бы сюрприз. Слушай, Юль, хорошо. Ты тогда переселяешься у нас, так, в династию. Окей. И создаешь мне уровень, чтобы я мог его пройти, либо не мог его пройти. Все, я как отворачиваюсь. Как скажешь. Фух, Юля создала.
новый уровень. Да, правда, единственное, что на этом уровне могут быть сейчас подвохи, потому что тут вода еще есть. Миш, смотри, с крыш падают тело. Пипец. Тихо. Слушай, так, блин, я вид из глаз забыл поставить. Так, убийцы, иди отсюда. О, сзади, уйдите. Дерзкий. И здесь еще сразу же, блин, споткнулся. Так, вот этот мужик крепкий. Но... Согласна, вон где гигант. Вот это вот, конечно, вообще плохо. Блин, еще считаем. Не уйти никуда. Жалко только это провалилось в яму, как катапульта. Все, походу я не пройду сейчас. Пипец, слушай. Это жестко. Ты, кстати, можешь сейчас вон, видишь, оценить. А где катапульт, кстати? Ну, она там вон сзади. Точнее, так, катапульт. Так, вот этого мужика сразу убираем. Он, видишь, к тебе падает, чел. Блин, надо аккуратнее. Ну, не дурно, не дурно. Слушай, сложно. Вот, Юля, хорошо, мы скопировались. Юля создают. Юля, создают, не можешь пройти. Это как, знаете, разработчики. Интересно, мне всегда становится. Могут ли они пройти свою игру? Мне кажется, порой нет. Мне тоже так кажется. Блин, бафается слабо. Мы созданы друг для друга, Миша. Так, ладно, этот застрял. У меня есть шанс. Это шанс, да. Тэквондо вообще до тебя дойти не могут. Фух, даже, если так честно. А, он все. Стреляющих вообще практически, кстати, не добавило. Это вроде труп, да? Кто-то выжил, Миш. Кто-то в болоте сто пудов. Кто-то где-то либо подвох, либо чё. Слушай, а может быть где-то на крыше? Блин, я ж испугался. Мне само интересно. Никого нет. Интересно, а если выселиться, можно узнать, да, где? Да, можно, я думаю. Реально на крыше. Видали? Вот этот поворот. Ну-ка, стой. Миш, только не упади. Видал? Так, шутяра. Это поворот, вот это я придумала. Неожиданно. Да. Еще выкурить оттуда надо. Так. Эй, а вон он. Эй, чел. Пройдено. Прикольно. В этой же локации или в другой? Давай в другую. Можно сюда переместиться, где пещера. Все, Юля создал новый уровень. Я готов. Так, Миш, ты готов? Ого, там сверху. О, это что такое? Куда? А что за фигня? Куда? Что? Это тачка, Миш. Пипец. Я даже не успел ничего сообразить. Так, может, тебе надо было подальше отставить? Нормально, я теперь знаю, от кого. Иди отсюда нафиг. Пипец. Вот, смотри, с горы гигант спускается. Идите все отсюда. Так, еще. Нет, забрали, сожрали. Как вороны налетели на Мишу. Все, слушай, вот это сложнее хардмода. Да. Женщины, идите вперед. Да. Нет, я еще жив. Вставай, вставай. Пока жив. Да, отлично. О, кстати, есть шанс. Та-та-та! Меня сейчас стрелял. Ты на ракете улетел. Ё-моё. Ты уверен, что не нужно? Я справлюсь. Так, специально я люблю сложные игры. Прям... Ух ты, блин, нифига себя не выселяют. Вот это классно. Пипец, слушай, я фиг пройду, наверное. Так, иди отсюда. Иди отсюда. Так, отлично. Так, слоняры. Так, эти летающие твари. Валькирии, да. Сразу с ними. Их немало, на самом деле. Ох, ты стреляй, тут еще вздумал. Миш, еще одна. Нет. Так, где кто? Так, хорош стреляет. Слушай, а интересно, я сделала уровень, что они со временем эти пассари к тебе подходят. Да, так и должно быть. Так, сейчас теперь с этим. Я вон вижу еще перчик. Так, вот с этим издалека надо. Но это еще не все. Он еще жив. Да. Это еще не конец. Так, вон вижу, кто-то еще вываливается. Это этот, как его, Ульрих у нас. Да. Ну что, ты... Так, лучше его поближе-то не подпускать. Так, вот мне интересно, он попадет по тебе вообще? Ну, я сам жду ради интереса. Ред Виктор, да, успел победить. Жесть, это было реально сложно. Как посмотрите, тебе? Как весело. А только жалко, что один дошел. Или он один и был? Он один и а был. А как он обошел с этой стороны? Вот. Его, да? Хороший дело. Вопрос. Ладно, я готов. Ого, отлично. Тут даже я бы сказал нормально. Еще успей. Миш, ну ты сам просил побольше гонщиков, поэтому... Ой, эти отбивают еще. Они понравились еще. Тебе, да. Самурайчики. Вот этот поворот. Ты что? Что это было? Это же яблоко простое было. Кто тебе все? Катапульта.
Понятно. Я думал, у меня яблоком так шибанул. Я еще такая спрашиваю, Миш, тебя подальше отставить, дать тебе шанс. Ладно, я теперь знаю, с кем я имею дело, поэтому можно подготовить тактику. Здесь у нас обычные гонщики, так сказать. Катапульты, аккуратно. Так, иди отсюда. Раскатал. Да блин, катапульта. Катапульта, вовремя она прям посидеть. Нужно задумываться о том, что ее в первую очередь нужно валить. Блин, далеко тут экран летает еще. Согласна. Женщина быстрее. Так, 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 давай, так, отлично, 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 отлично. Ай-яй-яй. Хорошо, откатили, молодцы, откатили меня. Мы можем, если что, ну, кого-нибудь это убрать потом. Пытаюсь, погоди, катапульта, не вздумай, развалил вроде как. Камень летит. Еще и огнем тебя поджарят сейчас. Просто... Миш, может, этих гонщиков подобрать? Да я вот сюда себя поставлю хотя бы, как сказать, тактически назад. Так, мадамы, так, не мешаемся. Да, так, аккуратно. Все, блин, по гонщикам еще попробуй, попади. Согласна, они такие мужиканы, все, дерзкие. Нормально, нормально. Ты еще жив? Все, отлично. Все, фу, Миш, умри. Теперь осталось только не попасться катапульте. Да, сейчас, вроде по ним. И огненным чувакам, этим драконам. Фу. Было близко. Здесь еще и учитель. Ух ты. Да. Еще одна катапульта жива, что ли? А, кстати, их сколько здесь? Я даже не помню. О, Влад, иди отсюда. Пипец. О, чуваки в бронечке такие, отлично. Ну, правда, ты их жестко рукой высекаешь. Кто тут подходит? Влад! Кол во мне оставил. Мишу ранили. Фу. Ну, слушай, Миш, ты присноровился и, кстати... Отлично. Кто-то, блин... Легко справился с этим уровнем. Как сказать? Все силы отдал. Решил я напоследок сам себе уровень создать один. Да. Посмотрим. Что тут скажешь, вот подводя итог? Могу сказать, что Миша молодец, Юле надо. Юле хорошо уровень. Да, слушай, а вот это серьезно. А вот это серьезно. Все, Миш, тебе поход. Ой, Йона, тебя просто целая туша. Мне кажется, они просто тебя задавят. Слушай, я даже подрасслабился. Ты это... Переборщил, походу, немножко. Всё. Миш, знаешь что, тебе надо бы этот прятаться. Тебе за надо здание. Прятаться, да, в хорошо. Здание. Девчонки, вам хана. Да. Все, ну, вы еще не ведаете, что вас ждет. На них лучше не идти тараном. Так, вот, отлично, всё. Отлично, отлично. Блин. А тут здание, так че? Ладно, в углу спрячусь. За углом. Недурно, недурно. Хедшоты, ну, слушай, наверное, не капли. Даже из такой ситуации умудряется вывернуться. Вот сейчас, конечно... В уголке такой зажался. Все, вот дырки. Они по тебе не попадут, я думаю. Мне тоже так кажется. Творится жестянка. Я уже не знаю. Такое ощущение, что они скоро это здание развалят. И сейчас тебя задавят. Сейчас я еще здесь. Чей-то зад сейчас на нас тут... Слушай. Капец. Вот это пузатый еще. А, это вот задница. Вот это жесть. Ух, тут когда-нибудь. Это трэш просто. Не закончится когда-нибудь. Они же сами, смотри, не я готовы. Еще шмаляю ведь, смотри, да, дохнет да, да. Еще кто-то. Капец. Мне просто интересно, давай можем мы выселиться, посмотреть. Сейчас, погоди, я вот хочу, что когда... со стороны будет. Они... Сейчас со стороны посмотрим. Ребят, вы просто я смогу ли обратно-то все? Да, да. Зажалась, какая вообще жесть. Ну тут уже сложно что-либо сделать. А сможешь ли ты отсюда выбраться? Вот вопрос. Она такая, не думаю. Не уверен. Короче, ребят, на этом закончим тогда. Пробуйте с друзьями, зовите друга, создавайте ему уровень, потом пусть он попробует это пройти. Знаете уже схему успешного веселья, так скажем. Всем хорошего настроения, скоро новые идеи будут. Тапси, всем пока. Всем пока.